Друзья, всем привет! Я Маргарита Шипила. Вы находитесь на канале «Секреты MLM бизнеса». Здесь я делюсь возможностями, которые использую для заработка в интернете. Также делюсь полезными разными фишками. А еще здесь я делюсь разными новостями. И вот сегодня у меня есть такая интересная новость, которой бы я хотела с вами поделиться. Сегодня я опубликовала свежий пост и пост на такую тему. Как зрелые, умные женщины принимают решение заниматься саморазвитием и заработком в интернете. Речь пойдет, знаете, о ком? У нас появился новый партнер, Мария Васильевна. И вот сегодня я выставила свежий пост об этой женщине. Ей 69 лет. Вот, друзья, представьте, у человека громадный жизненный опыт. Уже, казалось бы, ну, чего там можно еще нового от жизни узнать? За столько лет, вот, которые Мария живет, у нее уже колоссальный опыт, ну, от жизни, да, по себе знаю. Такие люди мне тоже встречались. И тем не менее Мария приняла решение, что ей еще нужны знания дополнительные. И она будет изучать систему Tor System, которая есть в компании JL. Систему, которая раздвигает полностью сознание, убирает всех тараканов из головы, помогает решать какие-то жизненные проблемы, прокачивает 9 сфер вашей жизни. Это и связь с родственниками, и финансовую сферу прокачивает, и здоровье, и отношения, любовь, допустим. Ну, короче говоря, вот все сферы жизни, которые существуют у человека, вот эта система, она прокачивает. То есть человек берет эту программу, методику, применяет ее, изучает, применяет. И у него жизнь, в принципе, меняется. Я на себе это прочувствовала. У меня тоже были некоторые такие, не то чтобы проблемы, но затыки, которые мне хотелось решить. А так как я человек такой, знаете, не доверяющий особо психологам, которые работают за деньги, я старалась сама информацию где-то в интернете искать. Поначалу просто изучала книги какие-то там, ну, в разброс вот так, да. Изучала книги. Первое, что с чего я начала вообще саморазвиваться, это были книги Натальи Правдиной. Наверное, многие через них тоже прошли. Вообще с этой системой трансформации личности я вот столкнулась впервые. Это было в 90-х годах, это были книги Натальи Правдиной. Это не реклама, это я просто констатирую факт. То есть до этого я вообще не знала, что свою личность и свою жизнь можно трансформировать. И вот я стала изучать вот эту тему, потом была Наталья Правдина, потом другие пошли, какие-то источники. И в итоге, вот так вот нащупав, я нашла того человека, которого, в принципе, я хотела услышать. И то, что вот он говорил, до меня как-то доходило, да. И зовут этого человека Александр Корнеев. У него очень много на канале YouTube видеороликов, которые я стала потихонечку просматривать и прислушиваться к его рекомендациям. И даже без системы Tor System, просто самостоятельно, следуя его рекомендациям, я сумела в своей жизни наладить контакты со своими родственниками. То есть мне это очень сильно помогло. Когда я узнала, что Александр Корнеев будет бизнес-тренером, коучем, и он будет сопровождать партнеров компании JL, то, соответственно, мне захотелось изучить его методику, ну, поглубже, как бы, да, то есть там я самостоятельно изучала, здесь мне захотелось уже поглубже погрузиться, вот, и я зашла, значит, зарегистрировалась, чтобы посмотреть, что в этой методике есть. В итоге мне хватило даже первого урока, чтобы понять, что это такая классная тема, которая вообще нереально прокачивает человека. И вот сегодня вот я вам рассказываю о Марии, которая вот, ну, уже, в принципе, уже, наверное, все знает о жизни. Тем не менее, она пришла изучать эту методику. И, конечно же, она будет зарабатывать на этом. Потому что тот, кто рекомендует эту методику, он еще и параллельно зарабатывает. Я считаю, что в наше время это очень даже удобный и выгодный вариант для человека. Я, кстати, тоже занимаюсь рекомендациями. Сначала я пришла просто учиться, но когда я увидела, какая здесь система интересная, мне захотелось ее просто рекомендовать, рассказывать. Ну а раз я рассказываю, рекомендую, люди подключаются,
то хочешь не хочешь, но начинают приходить доходы. И вот здесь вот как раз и прорабатывается один из интеллектов, седьмой, это финансовая сфера у человека. То есть деньги нас сами начинают как бы искать. То есть мы не бегаем за деньгами. Так что, друзья, вот такая вот интересная сегодня история у меня для вас. Если вам хочется подробностей, можете под этим видео зайти в группу Geltor System и почитать там пост. Или, допустим, ко мне на страничку зайти, ну, куда вам удобнее. И почитать более подробно, что там у меня есть интересного в посте. Что я хотела бы порекомендовать всем, кто смотрит это видео. Друзья, вот мне казалось, что после 50 жизни, ну, такой интересной, насыщенной не существует. Мне 51 год, и где-то еще, наверное, лет 10 назад я думала, что вот когда мне будет 50 лет, там уже все. Там неинтересно, там уже я буду старая, никому не нужная. Там будут дети у меня только, внуки, и буду сидеть, как бабка у подъезда, тарахтеть с подружками. То есть мне вот тогда так казалось. Но сегодня мне 51, в этом году мне будет 52, и я вообще не сижу никогда на скамейке у подъезда. У меня очень активная, насыщенная жизнь. Я общаюсь с большим количеством интереснейших людей. То есть у меня громадные перспективы на много-намного лет вперед. У меня громадье планов и так далее. То есть я к чему говорю, что многие люди, когда с ними общаешься, разговариваешь, они рассуждают таким образом, что мне уже поздно там куда-то двигаться, куда-то стремиться и так далее. То есть они на себе уже поставили такой жирный-жирный крест. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что не ставьте на себе жирный крест. Успейте всегда это сделать. Оттягивайте этот момент как можно дальше, когда вы вот прям полностью захотите вот так вот ничего не делать и никуда не стремиться. Я знаю одно хорошее выражение, что если вас что-то в жизни расстраивает или там не устраивает, проживите еще один день до завтра. А завтра, когда наступает, вы опять себе говорите, вот я еще один день так вот сделаю, а завтра уже все. А завтра просыпаетесь и опять говорите себе, вот сегодня я сделаю там что-то, а завтра опять я не буду. Короче говоря, таким образом можно себя замотивировать таким макаром, что захочется просто реально жить. И вот я на себе вот это ощутила, что все молодые, они рассуждают так, что ой, когда я буду старый, там уже ничего не интересно. Вот ничего подобного. Мне 50 лет с хвостиком, и мне только середина жизни. Вот представьте, сколько у меня еще впереди лет для того, чтобы реализовать свои мечты. И вот Мария Васильевна, вам яркий пример того, что человек к чему-то стремится, чего-то добивается, и вообще у него планы хорошие, грандиозные. Поэтому всем рекомендую вот брать пример с таких людей, потому что, ну, это интересно жить, друзья, это интересно жить. Скучно и тухло жить, это неинтересно, когда сидишь, как тухлый помидор где-то, да? Вот. Поэтому берите пример с таких людей. Вот сегодня хотела я вам рассказать о такой вот женщине, классной женщине. Эта женщина пришла в нашу компанию Geltor System изучать систему и зарабатывать. Так что всем желаю добра, здоровья, процветания и надеюсь, что мы с вами еще когда-то встретимся.